Добрый день. Хочу рассказать вам, что я всегда покупаю в Ашане. Во-первых, это пакеты для мусора, примерно по 12 рублей за 30-литровые пакеты. Но в последнее время я их стал покупать реже, потому что стараюсь использовать один пакет несколько раз. То есть выкидывать мусор без пакета. Следующий предмет — это салфетки бумажные. Вот тоже всегда пригодятся в хозяйстве. Очень дешевые. И неожиданный товар — это кофе растворимый порошкообразный. Оказался неожиданно вкусным. При этом очень дешевым. Так как я сторонник здорового образа жизни, то я также покупаю еще халву. Вот, в принципе, она по цене сопоставима с халвой, которая продается в Пятерочке. Но в ней чуть меньше сахара. А дальше я закупаюсь куркумой на развес. Да, то есть это очень дешево получается, по сравнению с этими упаковочками по 20 граммов. Ну, например, вот недавно взял еще конфеты такие степ с орешками. Тоже, в принципе, за 257 рублей. Всегда беру орехи. У них цена, арахис очищенный. У них цена все время меняется, бывает и по 80 рублей, и по 130. А, ну, взял вот еще такие орешки очищенные, тыквенные семечки. Мужик при мне закупался, целый огромный мешок простых семечек взял. Вот. Ну и еще также я беру всегда овощи, типа морковки, картошки, капусты и так далее. Вот. Ну, пишите в комментариях, а что вы покупаете в Ашане? Стоит ли вообще туда ездить? Спасибо большое за внимание.